Всем привет! С вами Ольга Рукодельница. В этом видео я хочу вам рассказать о вот таком замечательном наборе фирмы Алисы. Называется эта работа «Дочурка». Размер ее 25 на 19. Почему я выбрала именно ее? Очень просто. У меня есть дочка, и для нее мне захотелось вышить метрику. Когда я отправилась в магазин, я не знала еще, какой набор я выберу. Долго искала, может быть, выбрала бы аиста, но я не нашла, как-то не было на тот момент, хотя часто его вышивают. И когда я увидела набор «Дочурка и сынишка», еще и сынишка из этой серии, я решила остановиться на ней. Вот такая милая, замечательная малышка. Так сладко спит с любимой игрушкой. И вот я остановилась на ней. С удовольствием ее купила. Купила я ее в прошлом году, в конце лета. Это был 2016 год. Вот. В наборе шли нитки, вот такая схема. Схема довольно большая, такая красивая, глянцевая. Я ее, конечно, зарисовала. Здесь я пыталась написать имя Анастасии, имя своей дочери. Ну, выбрала, наверное, большой шрифт, опыта у меня в этом маловато. Я долго искала, какой же шрифт мне выбрать. Распечатала себе вот такой алфавит крестиками. Пыталась нанести на схему. Здесь у меня дальше дата. Ну, по ключу мы видим, что здесь 13 оттенков разных цветов. Сейчас я вам покажу мою планшетку. У меня остались ниточки. Как вы понимаете, работу я уже вышила. Вот, ниточки все остались. Поэтому мне всего хватило. Распарывать я ничего не распарывала. И вот, вуаля, моя работа. Вот, здесь вы видите, у меня еще ниточки. Я, начав эту работу, решила сделать разметку первый раз